В этом году в Караганде в школу пойдут более 6 тысяч школьников. Акция «Дорога в школу» помогла обеспечить 100 детей всеми необходимыми школьными принадлежностями. Подготовку к новому учебному году обсудили на очередном заседании городского маслихата. Подробнее расскажет наш корреспондент. Сейчас в областном центре строится 5 школ. Из них 4 возводят по проекту «Жайлы Мектеп», 5-я за счет бюджетных средств. Кроме того, в этом году было отремонтировано 50 школ. Оказалось, что не все образовательные учреждения готовы приступить к работе. Как пояснил руководитель отдела образования города Караганды Сергей Николаевич, на сегодняшний день просто решаем. В остальных учебных заведениях ведутся где-то. Еще на этом работает. В большинстве учебных заведений, в летний период проводились ремонтные работы, уже работа завершена, школа готова. В Караганде насчитывается 80 школ, есть одна вечерняя. В этом году в 76 учебных заведениях установили турникеты. За безопасностью детей следят 12 лицензированных охранных центров. Депутаты подняли вопрос и отсутствие школы в микрорайоне Шахтерске. Из-за строительства жилых домов увеличилось количество детей. Проводится работа по укреплению стратегической базы школ. 17 школ города Караганды, в районе 3 опыта, лицензированная инновация – в школах Харьковской области. Школами за счет средств большого финансирования приобретены интерактивные панели 550 штук, компьютеры моноблоки 165 единиц закуплены, предметные кабинеты 15. В этом году на закуп учебников школы Караганды было выделено 566 миллионов тенге. Ежегодно растет количество обучающихся на 1000 детей. У депутатов был вопрос по изъятию объекта для государственных нужд. На территории 39-й школы есть заброшенное здание. Депутаты предложили найти собственника, чтобы тот передал его в государственную собственность. Понятно, что сейчас до конца не ясно, кому на баланс после выкупа, который когда-либо состоится, перейдет это здание. Но тем не менее мы все понимаем, что оно фактически стоит на территории школы, и так или иначе его как-то нужно связать с этой школой. Депутат предложил построить на месте заброшенного объекта либо бассейн, либо новый учебный корпус. Динара Сартаева, Арган Абдукаримов, Нуржан Табриз, телеканал Сарарка.